Общественный инспектор говорит, что мы не получаем ни зарплаты, ни таких. Мы должны адекватно вести со всеми людьми, со всеми управляющими компаниями, со всеми работниками. У нас, как говорится, есть свои права, но есть и обязанности. Права у нас – это помогать людям согласно определенных статей, указов, законов. А обязанности? И обязанности. Обязанности быть уважительны со всеми. Вести себя адекватно. Чаще всего обращаются это по расчету за холодную горячую воду, чтобы были, если поставили счетчики на общедомовые нужды, то они должны быть подключены, и в платежках должно быть указано, сколько вот было горячего расхода, насколько холодный, и минус по предыдущим месяцам, и должно быть расчет. Сейчас пока такого и по всей... В большинстве городов Московской области нет. Людям приятно, что, например, если раньше они заходили в управляющую компанию, и сразу это председатель советов домов, или старшие по дому, то есть как их раньше называли, заходили в управляющую компанию, с ними управляющая компания могла где-то не считаться, не отвечать на их вопросы, на письменные запросы отвечать, ну, совершенно так как-то расплывчато, не реагировать на заявления жителей, которые, ну, обращаются, прежде всего, к представителю совета дома, то сейчас мы видим, что психология меняется у собственников, у представителей советов домов. И они с помощью как бы вот того, что они почувствовали, что они добились на своем участке, например, своего дома, каких-то результатов во взаимодействии с управляющей компанией, они уже готовы распространять, так скажем, свой опыт на другие дома.